На сцене команда КВН «Бостон» Батайск. Дорогие друзья, меня очень много песен о любви, тоске, надежде, но почему-то очень мало песен о страхе. Может быть, потому что люди боятся петь про страх? Наша МОЗДЗ посвящена именно этому чувству. Я боюсь. Чувства страх. Но страхи бывают разные. Вот, например, я боюсь ездить на Тавре. Ты имеешь в виду водить автомобиль? Нет, друг, ты куда же? Водить автомобиль и ездить на Тавре — это две совершенно разные вещи. Но я не боюсь, что меня отчислят из универа. Не боюсь, что заберут в армию. Потому что эти страхи можно оплатить. Но я боюсь настроения своего отца, так как именно от этого зависит, боятся мне тех страхов или нет. Знаете, а я 4-кратный чемпион мира по боксу. У меня 4 золотых пояса. И можно подумать, чего боится чемпион мира по боксу. Но я боюсь цыган. А еще я боюсь своего тренера, потому что он цыган. Знаете, такое чувство, как будто он меня специально на золотую медаль тренирует. Это чувство называется страх. А бывают очень глупые страхи. Например, у меня боязнь голубей и ходников. Ну да, электричество — это очень страшно. Да нет, не электричество. Когда проводник падает на поезд, проезжает, да, и пошел куски. А я боюсь матрешки. Ты ее открываешь, а там еще одна. Потом открываешь, там еще одна. Еще. И в конце... Цыган. Это чувство называется страх. Друзья, а я знаю, как нужно бороться со своими страхами. Нужно просто посмеяться им в лицо. Ну, матрешки, это значит такая глупость. А там где? Что за бред? Армянин. А, я сахар? Ага. А, я думал, ты цыган. Это чувство называется страх. То есть, наконец, каждый страх имеет свое название. Арахнофобия, боязнь пауков. Или, например, как у меня, бабушкофобия. В детстве я не ездил к бабушке летом. Я ездил к маме мамы или к маме папы. У нее были такие вкусные пирожки. Чьи? Дочки прадеда. Знаете, а у меня полуфиналофобия. Я боюсь, что мы не пройдем в полуфинал. Как представь, ужас. И самое главное, есть фобия, Батайск-фобия. Это боязнь самого прекрасного города на этой планете. А разве это не Харькова-фобия? Нет, это фобия побратима, ты просто путаешь. Это чувство. Это Батайск, это Бостон. Добро. Знаешь, как мы слишком любим тебя.